IBF, IBO, WBA, WBO Heavyweight Champion of the World, Dr. Steel Hammer, Vladimir Klitschko! Четвёртого мая 2013 года Владимир Кличко привычно вскинул руки над головой, приветствуя зрителей и празднуя свою очередную победу. В тот вечер в немецком городе Мангейм он в шестом раунде нокаутировал итальянца Франческо Пьянетту. Для Владимира это была юбилейная 60-я победа в профи-карьере. Вот уже почти десятилетие он вообще не проигрывает. За это время украинец завладел чемпионскими поясами четырех разных версий и стал самым сильным супертяжем современности. Его доминирование в элитном дивизионе также продолжительно и бесспорно, как это было во времена Мохаммеда Али и Майка Тайсона. Эксперты уже не просто сравнивают украинца с этими легендарными чемпионами, а ставят его с ними в один ряд. А болельщики вообще впадают в крайности. Одни считают Владимира злодеем, который убивает дивизион своим прагматичным боксом и образцовым поведением, а другие – величайшим супертяжем в истории. Он снова вскинул руки над головой, потом идет в раздевалку, где какое-то время посидит, закрыв глаза, ни на кого и ни на что не реагируя. Посетит послематчевую пресс-конференцию, на которой непременно услышит комплименты и вопросы по поводу следующего боя. На пару месяцев забудет о ринге, развеется, отдохнет от бокса, а потом все начнется сначала. Сюда, в горную деревушку Гоинг, которая расположена в австрийских Альпах вблизи Китцбуэля, Владимир прибыл в первых числах сентября, за месяц до боя с Александром Поветкиным. Гоинг – традиционное место тренировочных сборов украинца. Так что чемпион и его команда чувствуют себя здесь как дома. Все привычно, да и лица вокруг практически все знакомые. Уже по изученному маршруту в знакомый зал прибыли и представители масс-медиа. Они съехались со всей Европы. Ведь любое событие с участием любого из братьев Кличко вызывает гарантированный интерес со стороны читателей и зрителей. В отличие от последней предматчевой недели, во время тренировочного сбора открытая тренировка контрактом не предусмотрена. Но для младшего Кличко вот такая якобы необязательная встреча традиционная. Во-первых, он действительно уважает работу журналистов. А во-вторых, пользуется их работой в целях раскрутки предстоящего боя. Так что здесь взаимный интерес. Хотя в дополнительной рекламе ближайший поединок младшего Кличко вряд ли нуждается. Его бой с Александром Поветкиным – самое ожидаемое событие в супертяжелом весе за все последнее десятилетие. На сегодня это главный бой в профессиональной карьере обоих боксеров. У Александра Поветкина идеальный послужной список. Чемпион Европы, чемпион мира, олимпийский чемпион в любительском спорте. Ни одного поединка он не проиграл в профессиональном ринге. У меня еще не было таких соперников, у которой такой послужной список был идеальным, как у Александра Поветкина. Поэтому я считаю, что Александр Поветкин для меня один из самых значимых соперников. Мы деремся с сильным чемпионом, самым сильным в России с тех пор, как он стал профессионалом. Поветкин выигрывал Олимпиаду. Он много сделал для своей страны, его любовь к родине велика. А теперь он будет драться за чемпионские пояса в своей стране. Это будет действительно сложный бой. На чужих сувенирных перчатках, на заранее приготовленных своей командой собственных фото,
Тренировка уже закончилась, но правой руке чемпиона еще придется поработать. Многим просто подписи мало. Просят со своим именем и с пожеланиями. Один автограф, второй, десятый, а это, возможно, уже и сотый будет. Следующий в очереди человек получает от чемпиона сразу два раритета. И подпись, и совместное фото. Кличко устал на тренировке, но все равно улыбается и никому не отказывает. Подобная автограф-сессия для Владимира тоже обязательна. Это тоже подарок. Но уже не журналистам, а простым людям. И вам до свидания. Пора заканчивать, ведь утром снова в зал. Для подавляющего числа боксеров стать спарринг-партнером Владимира очень выгодно. Работа в команде чемпиона положительно сказывается на репутации. Спарринги с Кличко полезны в плане опыта. Так что дело не только в деньгах. Поработать на Владимира не считают зазорным многие известные боксеры. Например, вот этот парень в серой майке. Экс-чемпион мира Стив Каннингем. А здесь, в белой, бывший чемпион Европы Майкл Спрот. Количество помощников Кличко постоянно менялось. Рассчитывали на восьмерых, но Владимир бьет очень сильно, и травмированным пришлось искать замены. Список был внушительным и количественно, и качественно. Едва ли не каждый из приглашенных может в реальной перспективе выйти против Кличко и на титульный бой. Средних для супертяжа размеров с хорошей скоростью. Именно таких спарринг-партнеров подбирали для Кличко. Как, например, олимпийский призер Вячеслав Глазков, который практически не отличается от Поветкина габаритами. Некоторых из своих помощников Владимир уже побеждал в поединках. Экс-чемпион мира Руслан Чагаев уступил украинцу летом 2009 года. Чагаев был и остается элитным боксером. Но в списке чемпиона он лишь один из многих. Кличко побил 60 самых разных бойцов. И агрессивных, и габаритных, и титулованных, и потенциальных звезд. В конце каждой тренировки
Чемпион мира выполняет комплекс специальных упражнений. Монотонные движения головой с закрытыми глазами. Скучно. Но для младшего Кличко это обязательно. С помощью груши, тренажеров, тренера и спарринг-партнеров Владимир совершенствует и без того свои едва ли не идеальные атлетизм и технику. А вот эти упражнения – точечная работа над конкретной проблемой. Они заговорили после его второго поражения. Мол, совсем не держит удар. И как приговор, с таким изъяном Кличко не сможет доминировать в дивизионе. С тех пор Владимир по-особому тренирует вестибулярный аппарат и мышцы шеи. Он вообще тренируется до изнеможения. Когда после спаррингов он спрашивает: «Джейби, как я? Хорошо?» Я отвечаю: «Думаю, что не очень». А он всегда говорит: «Давай еще добавим». Он ежедневно спрашивает, что я могу еще сделать, чтобы стать лучше. Его невозможно остановить, заставить ослабить напор. Владимир приходит в зал и бесконечно тренируется. Это его единственная проблема. Нам приходится говорить ему: «Эй, парень, полегче, у нас еще много времени». И это происходит постоянно. Владимир все время тренируется. На тренировках Владимир работает над атлетизмом и техникой, которые и так близки к совершенству. А вот его тактическая подготовка вызывает у конкурентов как зависть, так и раздражение. Кличко критикуют за то, что он боксирует очень прагматично. По сути, упрекают в том, что он сделал выводы из своих поражений. Их было три. В 98-м году от Росса Пьюрити, в 2003-м от Кори Сандерса, еще через год от Леймана Брюстера. Человек, который находится в ринге вместе с чемпионом, хорошо помнит о последнем поражении Владимира. Кличко и американец Джонатан Бэнкс работают в одной команде, начиная с 2004 года. Бэнкс на 6 лет младше Владимира, а его боксерские достижения, да и талант, гораздо скромнее, чем у украинца. Тем удивительнее осознавать тот факт, что в их дуэте Кличко подопечный. Еще пару лет тому назад они запросто могли бы пересечься в ринге в официальном поединке. Бэнкс – действующий боксер и давний спарринг-партнер чемпиона. Сначала один из многих, потом обязательный помощник Владимира при подготовке к каждому бою. В октябре 2012-го, после смерти Эммануэля Стюарда, Бэнкс стал тренером лучшего супертяжа мира. Джонатан был практически во всех тренировочных лагерях. И он прекрасно знает и чувствует меня как спортсмена, что нужно делать, чего не нужно сделать. Он не может быть Эммануэлем Стюартом, и он об этом знает. Но он очень много приобрел, находясь рядом с Эммануэлем Стюартом на протяжении многих лет. И, конечно, находясь со мной.
У нас с Владимиром прекрасно налажено общение. Мы отлично понимаем друг друга еще с 2004 года. Мы все время общаемся, шутим, смеемся, говорим о боксе, о жизни, о многих других вещах. Это здорово помогает. Я буквально вчера ему говорил: парень, ты вообще понимаешь, как легко тебя тренировать? Это потому, что я привык к тебе. Все, что ты любишь или не любишь, я уже знаю. Это потому, что я сидел рядом еще тогда, когда с тобой общался Мэнни. Да и сам я часто с тобой говорил. Бэнкс стал наставником чемпиона неожиданно и сам того не желая. Ноль в графе тренерский опыт, столько же тренерской репутации. Но тогда для Кличко это не было главным. Он выбрал не сурового наставника, а советчика и помощника. Не чужого человека со стороны, а хорошего знакомого, члена своей команды. А точнее даже не команды, а своей боксерской семьи. Бэнкс был для Стюарда как сын. В юном возрасте он жил в доме Мэнни и тренировался у него всю свою карьеру. Бэнкс многому научился у Стюарда и многое у него перенял, но в мире вообще не существует человека, который мог бы для Владимира полноценно заменить его бывшего тренера. Не было такого дня, чтобы кто-то из нас не вспомнил Эммануэла Стюарда, когда мы находимся в тренировочном лагере. Все, что находится в зале, дизайн зала, так называемый, с телевизорами, с зеркалами, с часами, со всем, что есть в зале, это дизайн Эммануэла Стюарда. Поэтому все, конечно же, напоминает о нем. После смерти Стюарда Владимир провел два боя. Поляк Вах и итальянец Пьянетта. Бойцы крепкие, но не элитные. Поэтому Кличко упрекали за выбор соперников. Но критики замолчали, едва был подписан контракт на бой с Поветкиным. Контракт роскошный, даже нереальный. Призовой фонд более 23 миллионов долларов. Спонсором события выступила крупная российская корпорация. Победители торгов признались, что на прибыль не рассчитывают. Говорили о перспективах и патриотизме, а также о том, что этот бой они должны были получить любой ценой. То есть даже не любыми деньгами, а любыми способами. Владимир едет туда делать свою работу. Грубо говоря, он идет к Поветкину домой, чтобы его там же и побить.
Работа у Владимира такая. Мы не боимся толпы, мы готовимся к бою, но мы опасаемся. А кто бы ни опасался, мы готовимся к провокациям. И по моему опыту, когда ты знаешь, к чему готовиться, ты можешь соответственно настроиться. Мы прекрасно понимаем ситуацию, что мы едем в Россию драться с российским чемпионом, что мы будем бить их парня, их ребенка, их надежду. Потому что это все, что у них есть. Один этот парень, с которым нам предстоит драться. Только в ринге можно будет уже рассудить, кто настоящий чемпион и кто выиграет поединок. Я настроен на поединок с Александром Поветкиным. Все, что касается других побочных явлений, для этого есть команда, которая этим занимается. Поэтому я, честно говоря, этим особо не озабочен. Неплохо бы Владимиру остаться таким же в хорошем смысле неозабоченным и после боя. Громадные деньги, сумасшедший ажиотаж. Самые разнообразные, в том числе и далекие от спорта подоплеки поединка. И это все в бою, который проходит на чужой территории. Скажем так, настораживает, ведь по-грязному могут играть и на элитном уровне профи-бокса. Владимир это испытал на собственном опыте. В 2004 году в Америке Кличко проиграл то ли Леймону Брюстеру, то ли его промоутеру Дону Кингу, который тогда еще был в большом авторитете. Тот бой украинец закончил на грани диабетической комы. Основной версией произошедшего было умышленное отравление. Но возможные доказательства этого якобы случайно уничтожили врачи. После того загадочного боя против Брюстера Владимир больше не проигрывал. Он победил в 18 поединках подряд, из которых 15 последних были титульными. Кличко стал реже драться, в среднем дважды в год. Это нормальный график для чемпиона мира. А что за это время лишь возрастало, так это количество завоеванных поясов, уровень популярности и суммы гонораров. В 2004-м Владимир и его брат ушли из немецкого клуба «Юниверсум» и стали сами себе хозяевами. С тех пор они абсолютно независимы как боксеры и удачливы как бизнесмены. Промоутерская компания братьев Кличко отстаивает собственные интересы так же убедительно, как ее владельцы защищают свои чемпионские пояса. За бой с Поветкиным Владимир получит почти 17,5 миллионов американских долларов. Для сравнения, в своем дебютном профессиональном поединке украинец заработал 10 тысяч в той же валюте. You're not getting paid for your job. You know, you're doing something not getting paid for. So everybody wants to get paid.
Все хотят зарабатывать за свой труд. А если еще и удается получать деньги за работу, которую ты любишь, это приносит втрое больше удовольствия. Но для него деньги не самое важное. Желание вновь и вновь добиваться успеха – вот что им движет. Владимир никогда не сорит деньгами. Он совсем не такой. Он никогда не говорит о том, сколько у него денег. При общении Владимир производит впечатление простого парня. Он не разбрасывается деньгами. К поединкам готовится в Австрии, дерется то в Западной Европе, то за океаном. Свободное от спорта время проводит в Германии и Америке. Складывается впечатление, что, в отличие от своего брата, Владимир практически не бывает в Украине. Мы его за это не осуждаем. Мол, все понятно. Человек мира, знаменитость. Что ему здесь делать? Спасибо, что прилетает хоть несколько раз в году. На самом деле, Владимир бывает в Украине довольно часто. В Киеве у него родные, друзья, бизнес, в конце концов. Так сказать, частные дела, которые обходятся без журналистов и раздачи автографов. Кличко не посещает ночные клубы, презентации и прочие тусовки. Это не высокомерность или затворничество. Он просто не любит публичности. Поэтому перед телекамерами он появляется лишь по необходимости. Это либо спортивные дела, либо общественные. Точно так же Владимир ведет себя и за границей. Он богатый, знаменитый, успешный молодой человек. Но по своему характеру абсолютно не глянцевый. В модных журналах его фото регулярно появляются лишь благодаря работе папарацци. Еще вариант – узнать о частной жизни чемпиона из его страницы в социальной сети. Там недавно случилось забавное заочное соревнование Кличко и Арнольда Шварценеггера. Сначала украинец выложил свое фото, терминатор ответил в том же духе. Знаменитый на весь мир мужчина, но не публичный, а в личной жизни даже скрытный. Именно поэтому с именем Владимира связано столько слухов и сплетен. В желтой прессе регулярно появляются и вопросы, связанные с частной жизнью Кличко, и ответы. Подсмотрели, додумали или чаще всего просто выдумали. Иногда печатают просто бред в надежде на то, что читатель проглотит, а Владимиру придется оправдываться. Я, честно говоря, не озабочен тем, что пишется в желтой прессе. Значит, изначально меня это как-то поражало, удивляло. Но к этому со временем привыкаешь. И самое главное – это оставаться своим собой. Я не читаю, как я это раньше делал. Это было интересно. Каждую статью о себе или телевизионную программу, там, где было дано интервью, иногда бывает, слышу или вижу, но это все происходит реже и реже. Очень много слухов, очень много провокационных слухов. Поддерживать их, опровергать их, бороться с ними я не собираюсь. Все, что сказано мной, за этим стою я. Все, что касается слухов, за этим стоят другие люди. На самом деле, у Владимира самая обычная история личной жизни. Она не эксклюзивна. Ранний брак, развод и затянувшийся поиск новой спутницы жизни, который состоял из мимолетных интриг и из серьезных увлечений. Сейчас Владимир с американкой Хейден Панеттиер. Весной этого года 24-летняя актриса присутствовала на бое Владимира, а летом масс-медиа сообщили об их помолвке. Das Publikum bedanken. Das ist mein drittes Mal, dass ich da bin. Ich freue mich auf euch.
Тренировки Владимир ни на секунду не забывает о своем будущем сопернике. Может и рад бы, но сделать это не позволяют специально развешанные возле ринга мониторы. Кличко всегда так тренируется, то и дело поглядывая на бои ближайшего оппонента. Обязательно изучает его тактику и технику, но в первую очередь это из области психологии. Так украинец морально настраивается на конкретного боксера. В ринге Поветкин еще ни разу не проигрывал. В России ждут, что именно он прервет гегемонию братьев Кличко в супертяжелом весе. Как и Владимир, Поветкин олимпийский чемпион. Как и Кличко, россиянин в своей стране настоящий идол. Они договаривались 5 лет, и уже никто не верил, что их бой вообще когда-нибудь состоится. Этот поединок будет одним из самых сложных в карьере украинца. Я вам так скажу. Никогда нельзя быть слишком уверенным в своих силах. Нужно тренироваться, тренироваться и снова тренироваться, что мы и делаем. На данный момент Поветкин набрал лучшую форму за всю свою жизнь. И это отлично. Поэтому мы заметно больше тренируемся, чем... Например, перед боями с Пьенетой или Вахом. Кроме того, вы же знаете, в супертяжелом весе для конца бывает достаточно одного удара для быстрого конца. 2 июля 2011 года одного удара оказалось недостаточно. Тогда Кличко по очкам победил Дэвида Хэя. Предыстория боя с британцем очень похожа на расклады перед нынешним поединком. Самый ожидаемый бой, самые принципиальные соперники и предматчевое сумасшествие. Если сравнивать с Дэвидом Хэем, то Александр Поветкин – человек крайне уравновешенный.
А те журналисты, что охотятся лишь за сенсациями и скандалами, вправе назвать россиянина очень скучным персонажем. Какие угрозы или оскорбления в сторону соперника? Из Поветкина его окружения даже по делу слова не вытянешь. Возможно, за этой сосредоточенностью просто прячут волнение. Ведь Поветкин и его команда в событиях такого масштаба еще никогда не участвовали. Это открытая тренировка боксеров, которая состоялась в Москве за 2 дня до поединка. Скромных размеров зал, который едва уместил всех желающих. Просто ужасные условия для работы журналистов. Похоже, что на финише мероприятия организаторы то ли позабыли о раскрутке боя, то ли решили на ней сэкономить. Все билеты давно раскупили, а права на телетрансляцию уже продали в 150 стран мира. Так зачем продолжать работать над промоушеном и тратить лишнее? Команду чемпиона и самого Кличко такое отношение к промоушену боя удивило. Ведь это событие не менее ожидаемое и масштабное, чем тот же поединок Владимира с Хэем. Абсолютно разные поединки и абсолютно несопоставимые поединки и соперники. С Дэйдом Хэем было огромное количество пресс-конференций и огромное количество работы с прессой. Это был поединок PPV в Британии. И я не знаю, сколько интервью за все это время я дал. Как в Соединенных Штатах, как в Британии, так и в Германии. На удивление, поединок с Александром Поветкиным прошла всего лишь одна пресс-конференция. Значимость поединка очень большая. Но я удивлен, насколько мало делалось для промоушена этого поединка. Как-то даже несколько удивительно, но я понимаю, что это другая страна. Россия – это другая страна, это не Британия. Другой медиаресурс. Это будет не pay-per-view, как в Британии. И совершенно другой подход. Каждый раз изучаешь или познаешь что-то новое. Поэтому для меня этот поединок тоже интересен тем, что какой подход со стороны промоутеров к самому поединку. А что промоутеры? Главную часть своей работы они уже сделали. Менеджеры Кличко и Поветкина очень долго договаривались, но они все-таки сумели организовать один из самых ожидаемых поединков современности. А что будет дальше? Кто его знает? Все знают о том, что Кличко фаворит, но все помнят и о том, что фавориты далеко не всегда побеждают. Да, Владимир едва ли не идеальный боксер, но все остальное не за украинца. Он дерется на чужой территории, и у него очень сильный и мотивированный соперник. Теперь слово за боксерами. За лучшим супертяжем мира и претендентом на этот титул. 5-летняя история этого боя продолжится в ринге, достигнет своего пика и там же закончится, чтобы стать началом новой великой истории. Я знаю, что даже в России есть огромное количество поклонников Кличко, братьев Кличко, и также Александра Поветкина. Я даже знаю, что в Украине есть поклонник Александра Поветкина, но не Кличко. И поэтому спорт интересен, есть интрига. Два чемпиона мира, два олимпийских чемпиона встречаются друг с другом в ринге, чтобы выяснить, кто из них сильнее. Есть интрига. Она мне даже самому интересна.